Да нет, тут маленько осталось. Я по-быстренькому тебя выиграю, постараюсь выиграть. Давай. Все, давай. По-быстренькому тебя выиграем. Давай, только мне. Окей. Ой. Я на съемку пошел, ну ладно, давай. Чё дал просто? Ты дурак, откуда у тебя ВП? А, ну как бы заработал вообще-то с прошлого раунда. Не, слушай, в 30 FPS играть возможно. Стой, я попробую поставить, знаешь, сколько FPS? Сколько? 25. Не хочу выходить. Это все, это забей. На такой просто запрещено играть. Я в три пальца играю. Да. Тут я, короче, поставил кнопку только зона. Ой, нет. Я поставил, короче, кнопка и зона. И все, я теперь, короче, в три пальца играю. Все, сейчас попробую тебя в три пальца вынести просто. Ты что, где? Ну ты где? О, у меня есть идея. Возьму вот так вот. Иду! Нет. Да ну. Короче, все. Я ставлю. Все, я 120 FPS поставил. Все, я думаю, я тебя хотя бы со 120 FPS разнесу. Правда, я все остальное не поменял, конечно, но пофиг, попробую. Блин, сложно. Нет. Чего? Опа, много дал. Да блин! Я, короче, когда прыгаю, у меня сразу кнопка стрельбы нажимается. Анрил просто. Это просто забей. Стой, не убивай. Я сейчас хочу поставить 30 FPS. А, нет, 45 хотя бы. О, хотя с 45 можно еще играть, так что попробую. Да. Это чисто я назову видео, играю с невозможными настройками. Один на один. Мне знаешь, сколько уже видео идет? 25 минут. Нет? Пять хп. Да не забей, Анрил. Берешь такой, хопа, ну с хопа. Я знаю, что сделаешь, потому что я там не был. Я знаю, что я сделаю. Все, короче, я ставлю 120 FPS и разношу тебя просто. Подожди.
Так, ладно, сейчас попросим у него. Нормально, было сложно, но классно.